Через призму времени и цифр будем разбираться с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости Украины, а точнее центрального региона. Перед вами карта центральной части Украины, статистические данные, предоставленные компанией Olymp Consulting. Итак, друзья, давайте попробуем разобраться, что же здесь. Тут, в общем-то, много цифр, каких-то надписей, да, расскажу. Это на самом деле все очень просто. Еще раз повторюсь, Житомир, Киев, Черкассы, Кропивницкий, Винница – это пять крупных областных городов-центров, которые входят в центральную часть Украины, в центральный регион. Давайте начнем с города Житомира и будем говорить о колебательных процессах. Конечно, очень подробно будем говорить с цифрами. По-другому с рынком недвижимости не разберетесь. Итак, в августе месяце мы видим количество предложений в городе Житомир. 8550 объектов жилой недвижимости. Напомню, это у нас первичный и вторичный рынок, квартиры. Рост в сравнении с июлем месяцем мы видим 1,5%. То есть по предложениям рынок более активный. Переходим к социальному жилью. Это стоимостной показатель. Буду называть только в процентном соотношении снижение или рост, а в долларах стоимость квадратного метра вы сами, друзья, прочитаете. Ну, так будет быстрее, наверное, и удобнее, и комфортнее. Социальное жилье за месяц снижение минус 0,37%. Квартиры эконом-комфорт, бизнес-класс, это также вторичный рынок, снижение минус 0,29%. А вот первичный рынок, друзья, мы видим, что квартиры эконом-класс выросли за месяц 0,39%. И первичный рынок квартиры комфорт, бизнес-класс также выросли на 0,26%. Но напомню вам, друзья, и в конце, когда будем подводить итоги, что западная часть Украины практически вся, и вот центральная часть Украины, за исключением города Киева, где недвижимость, в общем-то, переоценена, достаточно сильно перегрета, да, называют так. А в этих четырех крупных областных городах-центрах мы будем видеть и видим, и фиксируем это, рост стоимости квадратного метра, так как центральная часть Украины, ну, относительно тихо, относительно меньше, так сказать, бомбят. И люди с прифронтовых регионов, это северо-восточная часть Украины, Донецко-Приднепровский регион и даже Причерноморский регион, стараются, в общем-то, переехать в более спокойные места. А по стоимости квадратного метра, если вы посмотрите город Житомир, город Черкассы, город Винница и Кропивницкий, достаточно, ну, невысокая стоимость, скажем так, и аренды, и на продажу выставляется недвижимость тоже достаточно, в общем-то, ну, бюджетные варианты можно назвать. Поэтому, так сказать, люди и приезжают в данные четыре областных центра. Но это мое предположение, друзья, ни больше, ни меньше. Почему? Потому что я вижу, как растет стоимость квадратного метра. Она незначительно растет, но все-таки растет в сравнении с другими регионами Украины. Дальше, город Киев, друзья. Количество предложений. 58500 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок было выставлено на продажу в августе месяце. Рост по активности на 12,8%. То есть желающих продать больше, чем желающих, друзья, купить. Социальное жилье. Снижение, это вторичный рынок, минус 0,47%. Эконом-комфорт, бизнес-класс, друзья, это также вторичный рынок. Снижение 0,68%. Дальше, первичный рынок, квартиры комфорт, бизнес-класс, также снижение видим, минус 0,31%. И первичный рынок, элитный класс квартиры, снижение минус 0,17% за месяц. Ну вот только вот возьмите и посмотрите, давайте вот по первичному рынку квартиры комфорт, бизнес-класс. 1583, и если его сравнить с городом Житомиром, ну в два раза, правда, выше. Ну, этим я объясняю, почему растет стоимость квадратного метра в этих четырех областных городах-центрах. Город Черкассы. Количество предложений 7830 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок. Снижение за месяц минус 0,09%. Квартиры эконом-комфорт, бизнес-класс, также вторичный рынок. Видим снижение минус 0,14%, да, забыл
Социальное жилье также снизилось на 0, минус 0,18%. А вот первичный рынок, квартиры эконом-класс, также снижение минус 0,23% за месяц. Первичный рынок квартиры бизнес-комфорт-класс. Вот здесь мы видим незначительную динамику роста, плюс 0,13%. Но я недавно очень подробно расписывал, так сказать, в своем YouTube очередном ролике именно город Черкассы. Там декомпозированные данные посвятил порядка 30 минут конкретно Черкассам. Можете найти его в плейлисте и, так сказать, посмотреть. Я там объясняю вот эту причинно-следственные связи, пытаюсь объяснить вам. Дальше, друзья, город Кропивницкий. Видим количество предложений 6100 объектов жилой недвижимости. Напомню, это на конец августа 2024 года. Предложения видим плюс 0,8%. Более активен рынок был по предложениям в сравнении с июлем месяцем 2024 года. Социальное жилье. Снижение минус 0,20%. Это вторичный рынок. Эконом-комфорт, бизнес-класс, также снижение за месяц минус 0,17%. Ну и первичный рынок квартиры эконом-класса. Здесь мы видим, друзья, динамику роста незначительную, плюс 0,23%. Первичный рынок комфорт, бизнес-класс также показали динамику роста значительную, плюс 0,79%, ну практически 1%. Да? С какого перепуга в Кропивницком это произошло, я не знаю, но я зафиксировал данные и, так сказать, делюсь этой информацией с вами. Ну и город Винница, вот она прямо в самом центре, да, вот этого, за тавтологию, извините, центральной части Украины. Видим количество предложений. 10 200 объектов жилой недвижимости, что больше на 0,9%, чем это было в июле месяце. То есть по предложениям рынок больше активен. Напомню, что это жилая недвижимость, первичный и вторичный рынок. Социальное жилье, вторичный рынок, рост плюс 0,33%. Эконом-комфорт, бизнес-класс, это также вторичный рынок, рост плюс 0,27% за месяц. Первичный рынок квартиры эконом-класс, рост плюс 0,42%. И первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс, плюс 0,24% рост за месяц. Обратите внимание, что стоимость квадратного метра по всем сегментам и по всем классам единственный город в центральной части Украины, где динамика положительная. Ну а теперь переходим от карты к таблице Excel-евской. И давайте очень кратко, здесь я в качестве примера вам социальное жилье показал. Ну, вы можете сориентироваться. Период сравнения, естественно, у нас, ну да, как всегда, вот это когда спешишь. Давайте я посмотрю. Вот так, да. Период сравнения у нас один месяц. Вы видите, сравнивал август месяц с июлем месяцем 2024 года. Город Киев, просто на примере покажу. Ищем город Киев, видим социальное жилье 1065. Вот видите, вот оно здесь. То есть на примере самого большого класса давайте быстро тезисно пройдемся. Итак, Киев, август месяц, $1065 за квадратный метр, снижение за месяц 0,47%. Винница 600, но я сделал ранжировку, если обратите внимание, в общем-то, здесь сделана ранжировка. Винница, $617 за квадратный метр социальное жилье в августе месяце подорожало, друзья, плюс 0,33%. Также вот здесь мы делаем индексы, видим индекс положительный, единичка 0,03. Город Житомир, $544 за квадратный метр. Видим, что снижение минус 0,37% за месяц. Индекс отрицательный 0,996. Город Черкассы $555 за квадратный метр. Снижение за месяц минус 0,18%. Индекс также, друзья, отрицательный 0,998. Ну и город Кропивницкий. Видим самое недорогое жилье на вторичном рынке. Класс социальное жилье $505 за квадратный метр, снижение минус 0,20% за месяц, что также показало индекс отрицательный 0,998.
Подводя итоги, в целом по региону 657 долларов за квадратный метр – это среднее арифметическое число. Но как оно считается, друзья, уже все знаете, а многие знают лучше, чем я, не буду повторяться. Снижение по региону минус 0,30%, и видим индекс также отрицательный 0,9%.